Они не кукловоды, они коллеги. Именно такое равное отношение к кукле помогает актерам Ханты-Мансийского театра кукол не просто ставить спектакли, а каждый раз создавать сказку. Театр отмечает сегодня 10 лет со дня основания. София Исаак воспользовалась случаем и заглянула за кулисы. Сегодня день рождения и снова жизнь легка! У актеров театра кукол генеральная репетиция. Концерт в честь своего 10-го дня рождения они решили сделать особенным. Говорят, хотят удивить своего зрителя. Мы немножко сумасшедшие, и как бы мне хотелось вот даже хотелось сломать какие-то стереотипы вот в концерте, да. И мы назвали это веселый концерт. И он даже по своей структуре он немножко не как обычно, да. Они в шутку называют себя кочевниками. За 10 лет артисты вместе со своими главными помощниками-куклами сменили несколько мест дислокаций. Играли и в маленьких помещениях, и гаражах, и даже в подвалах. 3 года назад театр кукол наконец обрел свой дом. Правительство Югры передало ему здание развлекательного центра «Лангал». Специально к празднованию дня рождения художники сделали новую сцену и декорации. Раньше актеры играли в малом зале, где зрительных мест было всего 20. Теперь спектакль могут посетить почти 500 человек. У нас прекрасные художественные цеха, у нас прекрасные мастера-художники. Вот все, что показывается в наших спектаклях, сделано абсолютно все собственными руками. Куклы, декорации, костюмы, реквизит, бутафория. Своих кукол актеры называют не иначе, как наши коллеги. Ведь на сцену они выходят вместе. Задача человека за ширмой – буквально оживить куклу, чтобы зрители, даже самые маленькие, поверили в сказку. Все должно двигаться. Глаза, рот, все движения. Все обязательно должно... Как в мультфильме, иначе дети это не воспримут. А мне кажется, самое сложное – это универсальность, потому что кукольник, он и не только должен вести куклу, но еще и сам. Сюда родители приводят своих детей от 1,5 лет и старше. Впрочем, ограничений по возрасту нет. По словам артиста, взрослым тоже интересны их постановки. Поэтому театр здесь называют семейным, как и саму труппу. Тут мы друг друга все знаем, прикипели друг к другу. Мы тут одна большая огромная семья. В репертуаре почти 30 спектаклей российских и зарубежных авторов. Это всем известный «Теремок», «Спящая красавица» и многие другие. У театра есть отличительная черта – вносить в каждую постановку свою изюминку. Какой она будет в этот раз, узнаем уже завтра на спектакле в честь 10-го дня рождения. София Исаак, Леонид Чемляков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.